Следователи регионального УФСБ возбудили 4 уголовных дела в отношении 2 жителей Сыктывкара, причастных к покушению на незаконный сбыт наркотиков. По версии следствия, фигуранты были участниками законспирированной организованной группы. 27 июня по указанию оператора интернет-магазина сообщники изъяли из тайника вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона, массой 498 граммов для дальнейшей расфасовки избыта. Мужчины задержаны, обнаруженный наркотик изъят. При обыске в квартире одного из фигурантов нашли еще 1 килограмм наркотиков. В отношении мужчин избрана мера пресечения – заключение под стражу. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.